В США тысячи студентов и школьников вышли на акции протеста, требуя законодательно усилить контроль за хранением оружия. Акции прошли по всей стране. Они совпали с 19-й годовщиной массового убийства в одной из школ штата Колорадо. Тогда погибли 13 человек. Это уже вторая массовая акция с начала года. 14 февраля произошло очередное массовое убийство. В этот раз в школе Паркленда, штат Флорида, тогда подросток застрелил 17 человек. Студенты несли плакаты «Хватит, и мне нужно беспокоиться об уроках, а не об оружии».